Выживание в Майнкрафт, Таункрафт, Пиксельмон, обзор модов. Все это вы сможете найти на канале в гостях у Капи. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить крутую карту в тематике Нового года. Да, ребята, сегодня у нас уже 7 декабря. Меньше, чем... Нет, чуть-чуть больше, чем полмесяца, но чуть-чуть меньше, чем месяц остался к Новому году. Поэтому я решил немного сделать такое разнообразие и попроходить различные карты или даже... показать вам без модов, только с тематикой Нового года, Рождества, снега, Деда Мороза, подарков и многого другого. Поэтому, ребята, в этой серии мы будем проходить крутую карту с тематикой Нового года. Что самое главное, тут будет озвучка персонажей реальными голосами. Только, конечно, по-английски. Но мне кажется, тут такой английский банальный, то есть очень на начальном уровне, мне кажется, все поймут. Но, ребята, перед этим я бы очень сильно хотелось попросить поставить лайк. Как только мы наберем 1200 лайков, выходит новая серия с прохождением карты про новый год или вообще какие-то другие карты. Я просто буду очень сильно рад, если ты поставишь лайк, потому что каждый лайк для меня также важен. Также ты можешь подписаться на мой канал там в уголку, и под видео есть кнопочки подписаться. Я буду очень сильно рад. Каждый подписчик для меня как друг, и каждый подписчик для меня важен. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Ну что, давайте будем приступать, дайте-ка я удобненько тут присяду и будем начинать проходить карту. Но сначала давайте посмотрим, какие правила нас ждут. Так, первое правило, нам нужно разговаривать с вилледжерами, с носатыми, нажимая на них правой кнопкой, ну это понятно, понятно. Пытайтесь разговаривать с носатыми много раз подряд, потому что у них есть другие реплики и много вещей сказать вам. Четвертое, история сама будет тебя сопровождать. И пятое, удачи, have fun, что самое главное. Саундтест. Testing, one, two, three, testing, one, two, three. У нас дружочек тут будет, круто, круто. Import setting. Ага, play in Minecraft 1.8.8. Все круто, все понятно, все работает. Ну что, ребята, давайте будем приступать. Старт мап в этом геймплее. Ага, вот тут, в этом углу. На этой стороне. Так. Wake up, sleepyhead. Let's go build a snowman. I'll meet you in the field when you are ready. Ребята, мы будем переводить. Ну, такой базовый уровень. Просыпайся, слепошар. Не то, что слепошар, а то, что мы много спим. Давай построим снежного человека. Ну, в смысле, снеговика. Я встречу тебе на поле, когда ты будешь готов. Ладно, давайте. У нас тут ничего нету, нам ничего собирать, никакие подарки, призы не нужно. Давайте будем спускаться. Нет, ничего. Хм, жалко. Я думал, какие-то... Ну, у нас носатая мама. Мама, почему ты выглядишь как папа? Мама, я не хочу такую маму. Ну, ладно. Good morning, sweetheart. Good morning. Офигеть, озвучка. Ну это все поняли. Your friend was super excited to talk to you. Твой друг имел, я не знаю, столько... Твой друг был очень взволнован, чтобы поговорить с тобой. Go have fun with your friend. А, ну давай. Have a great day. Спасибо. I love you. Я тебя тоже. I love you. Я тебя тоже. I love you. Спасибо. I love you. Круто. I love you. Ага. Мы тебя тоже? Круто. Это просто прикольно, вот эти голоса персонажа, ребята. Ссылочка на эту карту есть в описании уже. Заходите, скачивайте и играйте, потому что это реально круто. Не каждый день вы такое увидите. Это кто? Фермер. Ага. Сейчас, подожди, носатый. Носатый номер 3 или какой, тут ничего. Заходим обратно. В сундучке тоже ничего. Фермер. Твой сын, значит, наш друг, у которого имя друг. Потому что, как видите, friend. Friend с им... друг с именем друг. Ага, то есть фермер. Друг — это твой сын, да? Мы должны пойти построить снеговика вместе с ним. Сейчас идем. Я жду, пока ты мне что-то другое скажешь, носатый. Тебя. Присоединяйся к нам. Балбес. На тебе по носу. А тут у нас что-то есть? Что-то... Мне кажется, ничего тут собирать не нужно. Это просто такая небольшая мини-история.
О, это наш друг уже снеговиком, да? Ну давайте пока мы тут походим, потому что даже в правилах этой карты было написано то, что пытайтесь как можно чаще, как можно больше разговаривать с носатыми. Good morning. О, привет, кузнец. You're up bright and early. Ты очень рано. Ну, дебил вот этот мой друг захотел построить снеговика в 6 часов утра. Придурок, а? Ну скажи, что придурок, а? Ну согласись со мной. Потому что он реально чокнутый в 6 часов утра. Да? Ну сейчас, еще нет, мы сейчас пойдем. Спасибо. 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 О, какой ты милый. Я знаю. Круто. Так, тут у нас есть что-то? Ничего. Тут у нас костерчик, тут у нас... Да твою нафиг. Тут у нас... Ничего. Ладно. Ладно, потопали дальше. Спасибо. Как это круто, вот эти голоса. Озвучка прям, знаете, ролл-плей какой-то. Визард. Ого, это Гэндальф, да, ребята? Визард. Тут у нас есть что-то? Сейчас. Ничего. Don't bother me right now. То есть не беспокой меня сейчас. I'm busy. Я занят. Leave me alone. Оставь меня одного. Go away. Ща пойду. Go away. Go away. Go away. Ты чё такой противный-то, а? Потопали дальше, ребята. Противные всякие Гэндальфы там нам встретились. Ну ладно, больше тут никого нету. Давайте построим наконец-то уже этого снеговика вместе с нашим дружочком. Тоже носатым. Вы как-то выглядите все на одно лицо. Китаёзы, что ли? Или кто? Не, я не расист, просто какая-то деревня. Не знаю, кто вас тут всех сделал. You took too long, so I already built the body of the snowman. Это я занял много времени, чтобы прийти сюда. Let's go search the village to see what we can find. Я только проснулся, сразу же пришел. Как ты успел построить, зараза? Я хотел полностью построить снеговика, ты уже за меня все сделал. Но ты можешь помочь мне сделать для него лицо. Ага, то есть пройдись по деревне и найди нужные предметы для того, чтобы сделать полноценного снеговика. Ну там морковку вместо носа или там что-то еще другое. Так мы сейчас же только что облутали, там ничего не было. Или сейчас может что-то другое появилось. Ага, ну давайте посмотрим. Идем опять к этому. Go away, go away. Он такой противный, не хочу даже с ним разговаривать. Ну ты Насяндр Гэндальфская. Do you have anything we can use on our... О, это мы типа разговариваем с ним. No, now go away. Can't you see I'm busy with a spell? Нет, иди вон. Не видишь то, что я занят, изучаю какие-то там заклинания. Now, if I could just find that magic hat. Ага, если бы я только мог найти эту магическую шапку. Now, where did I put that magic hat? Ага, где я поставил эту магическую шапку? Это мы типа ему должны принести или мы должны ее забрать, чтобы одеть на башку снеговика? It has to be around here somewhere. Ага, это должно быть где-то рядом. А где-то рядом, где-то рядом. Да, в верстаке смотрю. Но тут ничего. В печке тоже ничего. Отойди. It has to be around here somewhere. Иди вон. Может тут спрятал? Может тут внутри? Хрен его знает. Давайте я только заметил. Old silk hat. Это можно одеть на голову снеговика. Ну круто, круто. Почему нет? Почему нет? Крутая шапочка. Давайте посмотрим, как она круто выглядит. Прям действительно какая-то магическая шапка. А мы можем одеть ее? Нет, к сожалению, мы не можем одеть ее на свою башку. А было бы реально круто, но все же она даже в руках выглядит очень круто. А давайте мы отнесем ее обратно нашему дружочку. What are you waiting for? Go search the village. То есть мы не можем ему сейчас отдать, и мы не можем поставить обратно на снеговика. То есть мы должны сначала собрать все вещички, как только мы это сделаем, мы должны прийти обратно и отдать ему вот это все. Come on, what's taking you so long? Вот заразеныш, а ты будешь тут стоять и ничего не делать. Ты мой друг, зараза! Помоги мне найти предметы в этой деревне носатых. Нет. Do you want to build a snowman or not? Not snowman. Нет, он будет тут сидеть и ждать, пока мы найдем. Ах ты, ленивая жопа. Наш кузнец. Самый хороший мужичок в этом городе. Кузнец, у тебя есть что-то для нас? Can we use some coal for our snowman? Sure, go right ahead. There's some in the chest inside. Конечно, иди туда внутрь, там должно быть что-то в сундучке. Давайте посмотрим в этом.
Да, уголечек. Это будет круто для глаз для снеговика. Ага. Это так? Coal would be great for the eyes. Да, это так. Для глаз. I hope you can find enough things to make an awesome snowman. Какой хороший мужичок! Он надеется, что мы найдем достаточно вещей для того, чтобы построить замечательного снеговика. Это самый хороший мужичок в этой деревне. Good luck. Спасибо. Good luck. Спасибо. Good luck. Тебе тоже? Good luck. Приятный как. Дружок, Тимати. Ладно, побежали. Мама, я не хочу с тобой вообще гулять. Мама, так ты... Я старше выгляжу, чем ты, мама. Или ты, папа, с Таиланда прилетел. Или мама с Таиланда прилетела. Мама, ты какая-то противная. Прости, но... Фермер. Do you have something we can use for the face of our snowman? You could use this corncob pipe. О, спасибо, трубочка. Это будет круто для снеговика, для того, чтобы вставить снеговику в рот. Ну, раз он нам дал это дилдо, значит, ребята, это так должно быть, чтобы мы прям вставили снеговику в рот. Спасибо, фермер, ты, наверное, украл его с секс-шопа. Ты очень крутой. Я надеюсь, ты своему сыночку такие игрушки не даешь, чтобы он баловался перед ночью, да, перед сном, не? Вот ты шалунишка, слушайте. А то ничего у нас нету. Может, женушка этого фермера где-то тут валяет? Нет? Ну, ладно, пока. Извращенец, мать твою. Так, мама, здрасте, носатая. Ух, ты какая... Ага, там должна быть какая-то кнопочка, которую вы сможете использовать для того, чтобы сделать снеговику в нос. Ага, баттон. Да, Ага, у меня есть достаточно предметов для того, чтобы сделать снеговика. Я должен пойти и поговорить с моим другом. А друг, зараза, стоит там, ничего не делает и просто ждет, пока мы принесем ему все нужные предметы. Вот гнида. Awesome, we have everything we need. Now let's put it on the snowman. Ну да. Wow, he came alive. Let's call him Frosty. Фрост, ребята, у нас Фрост, Фрости. В гостях у Фроста. Фрост, как делишки? Ну какой у нас крутой, это все конец Зен, то есть это конец карты, такая миниатюрная карта. А что самое главное, мы не нашли палочки. Откуда у него жопы выросли палочки, я не знаю. А может это дружок наш, у которого батяня шалунишка, да, припрятал палочки. Палочки там балуются с палочками. Не-не-не, дружок. Вот круто выглядит шапочка Гэндальфа, уголек от нашего... Кузнеца кнопочка, которая нам мама дала, или папа, я так и не разобрался. И причиндалка фермера, которой он забавлялся перед сном. Но все же, Фрост у нас, ребята, в серии побывал. А мы можем еще что-то погореть? А, давайте поразвлечемся, пока он не растаял. А, Фрост, ты можешь разговаривать, или ты не мой? Ну, прикольный снеговичок, прикольный. Let's go have some fun. Круто. Что нам кузнец скажет? I would really love some cake right now. Я бы очень хотел какое-то пирожное сейчас. Да, извини, кузнец, хоть ты приятный человек, но у меня нету никакого пирожного. Или там пирога. Never mind. The cake was a lie, but I wouldn't mind some pie. А, вот сейчас он хочет пирог. Do you like pie? Ну... Да, а у тебя есть чем поделиться? Ты где-то припрятал там у себя в холодильничке? I love pie. Я тоже. I love pie. Круто. I love pie. Не кушай много. Не кушай много пирога. Толстеньким будешь. I love pie. Я тоже. I love pie. Круто. Новые слова выучил? I love pie. Нет. Подарить тебе какой-то словничок или что-то еще, или книжечку, чтобы ты новые слова выучил? I love pie. Круто. Мы так и думали, да? I love да. pie. Дальше. С мамой я в последнюю... Иди вон. С мамой я хочу в последнюю очередь разговаривать. Какая-то... Мы, наверное, приемные. Или это фиг его знает. Фермер, шалунишка. Ну, круто. Это, ребята, создатель этой карты. То есть, даже НПС и про него разговаривают. Круто. Давайте дальше пойдем.
А, у нас же еще есть Гэндальф. Go away, go away. Сейчас мы его столкнем отсюда, чтобы он побежал на улицу, поигрался с этим снеговиком, познакомился с действительно настоящими и хорошими людьми, как этот кузнец. Are you bored? Well, go play some of Natty Bird's Mouse. That should keep you busy. Иди, падай вниз. Противный. Падай вниз. Давай. О, вот, зараза, падай. Все, так, а мы можем сейчас слезть, вот. Давай на улицу, давай, жопу свою остуди немного. Давай, может хотя бы по-другому начнешь разговаривать. Во, ща мы тебя отведем к нашему снеговичку. Давай, Гэндальф, поиграешься, Фродо с собой захвати. И всех, кого найдешь, давай, с Фростом поиграйся. Во, в том направлении, давай, зеленоглазый, во, поиграйся. That underlined text, it's magic. Go ahead, click on the text. Поиграйтесь. А мне кажется, что этих всех персонажей озвучил один тот же человек. Просто голос менял или с помощью какой-то программы его, ну, менял, чтобы разговаривать. Ну, в принципе, круто. Я хотела бы, чтобы твой отец прекратил путешествовать и искать на свою жопу всякие приключения. Он любит арены, он любит данжи, и он любит много путешествовать и находить новые вещички. Ой, мамочка, какие слова! Я надеюсь в то, что когда ты вырастешь, ты будешь таким же сильным и мужественным, как твой отец. Ого, сейчас покушаем, ужин почти или что там? Или обед уже почти готов, мы сейчас покушаем. Давай. Ладно, в принципе, ребята, мне кажется, тут уже ничего нету, мы уже все побывали, мы уже все посмотрели. В принципе, крутая карта. Она заключается в том, то, что тут персонажи, у которых есть реальный голос. И тут действительно как какой-то ролл-плей. И мне, если честно, это очень понравилось. Вот, именно вот, вот эта карта мне понравилась. Хоть история тут немного такая скучненькая, то, ну, в принципе, нам нужно построить снеговика, и все, когда мы это сделали, конец. Вот, да? Да, забавляешься тут? Как ты думаешь? Да, подружились? Вот крутко, молодцы! А ты чё? Ты в 6 часов утра, дебил, пришел, чтобы меня разбудить, чтобы пойти с тобой построить снеговика, сейчас тут стоишь и смотришь на него. Давай, вместе играться, давай с Гэндальфом, снеговиком, давай, дружище, а ну, давай, сюда, во. Во, всей компанией снеговичком поиграемся. В принципе, ребята, действительно, давайте уже на этом будем заканчивать. Я буду очень сильно рад, если вам понравилась эта карта. И также, если вы поставите лайк, потому что как только мы наберем 1200 лайков, в первую очередь я буду очень сильно вам благодарен, потому что каждый лайк для меня очень важен. Я люблю и ценю своих подписчиков, я не боюсь это признать, поэтому, ребята, я буду очень сильно вам благодарен, если вы поставите лайк. Как только мы наберем 1200 лайков, сразу же выходит новая серия с прохождением карты, с безмодами или что-то на зимнюю тематику, потому что Новый год только раз в году, ну это с день рождения, но Новый год тоже подходит, поэтому, ребята, также не забываем подписаться на мой канал, там в уголку есть кнопочка с надписью подписка, если вы, конечно, еще ее и не закрыли, но также под видео тоже есть еще одна кнопочка с надписью подписка. Если ты смотришь это видео, но думаешь то, что это не важно, что ты поставил лайк или не поставил, то, что ты подписался или нет, это действительно важно. Одна секунда, чтобы поставить лайк, одна секунда, чтобы подписаться, но за эти две секунды ты действительно сможешь меня сделать хотя бы немного счастливее, потому что я действительно рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому не поленись, подпишись и поставь лайк. Да, ребята, еще раз вам скажу то, что ссылочка на эту карту есть в описании. Заходите, скачивайте и также стройте собственного снеговика. Ребята, если вы хотите больше карт на зимнюю тематику про Деда Мороза, подарки, Рождество, Новый год и многое другое, все, что тебе требуется, это просто поставить лайк. В первую очередь ты сделаешь приятно мне, Эдисону, а во вторую я постараюсь специально для вас, любимых подписчиков, делать больше и больше видео, не только на зимнюю тематику, а вообще, да, ребята. Поэтому я буду еще раз скажу, я буду очень сильно рад, если подпишешься и поставишь лайк. Друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, мама носатая. Ну, или папа, я так и не разобрался.